Многие жалобы являются надуманными. Так, например, вот из 30 жалоб, которые поданы по Витебской области, 16 принадлежат Перу, или, вернее, компьютеру, наблюдателю от Белорусского Хельсинского комитета. Причем большая часть из них – это переписка с Центральной комиссией по обсуждению неких вымышленных ситуаций. А как будет реагировать Центральная комиссия, если произойдет то-то или это? Поэтому говорить о том, что кампания является конфликтной, и что действительно гражданам приходится сражаться за восстановление своих избирательных прав не приходится. Опять-таки о жалобах некоторых наших политических сил о том, что их представителей не включили в составы избирательных комиссий. Вот сейчас после регистрации кандидатов уже прошло несколько дней. Рассматривали жалобы о регистрации. И ни одна из политических партий не воспользовалась своим правом и не выдвинула в составы окружных комиссий членов комиссии с правом совещательного голоса.